Приветствую тебя, дружище, ты на канале Амургейм. Для тех, кто в танке и не в курсе, в Escape from Tarkov начался ивент. Вышла новая серия Хроник Рыжего и начался новый ивент. Но новый ивент начался не совсем в самой игре. Продолжился ивент с Арс Терминалом. Арс Хост, Арс Терминал, Мистер Керман и так далее. Если вы подписаны на официальные источники Escape from Tarkov, будь то группа ВКонтакте или Телеграм-канал, за последние дни вы наверняка увидели несколько фотографий. Первая информация — это информация с логином и паролей, а вторая информация — это бюллетени, где требуются сотрудники в террогрупп на трех языках — на французском, японском и русском. Что же за ивент, что вообще происходит и так далее. Я попробую тебе рассказать, хотя не очень силен на самом деле в этом. Все эти записки относятся к одному ивенту. Ивент с Арс-терминалом. Ребята пытаются найти разнообразную информацию. Там что-то кодят, декодят, расшифровывают, используют фотошопы, чтобы, не знаю, там, отзеркалить картинки, выкрутить гамму, увидеть для себя интересующую информацию. 3 месяца назад был подобный ивент. Ссылку для тебя я оставлю в описании. В этом ивенте доставали люди фотографии и видеоматериалы. В прошлом ивенте люди доставали фотографии барахольщика, фотографию решалы и видеоматериал с локации лаборатория, который смотрел потом Рыжий в серии Хроники Рыжего. Ребята с помощью всех этих расшифровок и шифровок, шифровальных машин нашли координаты в 3 странах, Франция, Япония и Россия, и нашли там данные вот листовочки. Эти листовки они будут также использовать для продолжения развития ивента с этим Арс-терминалом. Если ты хочешь подробнее узнать об ивенте, я оставлю для тебя ссылку в описании, это будет ссылка на дискорд-канал официальный Escape from Tarkov, где сидят ребята русскоязычные и общаются и пытаются разгадать данный ивент полностью. Я всего лишь рассказываю тебе ту информацию, которая сейчас доступна, потому что после того, как опубликовали вот эти вот листовки, требуются сотрудники. У меня чат на трансляции просто взлетело, что это за записки, это что новый ивент. И я данным роликом пытаюсь вам объяснить, что это все вместе, это все в копе, поэтому заходите в Дискорд, участвуйте в этом вот ивенте, кому-то действительно интересно. Я лично вообще ничего там не понимаю, там шифрование, дешифрование, но несмотря на все это, люди там реально нужны, потому что ребята занимаются там разнообразными вещами, повторюсь, элементарно, они там берут какие-то фотографии, пытаются найти на фото какие-то подсказки, там выкручивают гаммы в фотошопе, еще что-то, там кто-то занимается переводами, короче, много чего интересного, так что если хочешь поучаствовать полноценно в данном ивенте, ссылку на Дискорд я оставлю для тебя в описании. Ну а тебе спасибо за просмотр ролика, я постараюсь держать тебя в курсе данного ивента, хоть мне действительно сложно разобраться, что и как происходит, но, повторюсь, постараюсь действительно изложить для тебя мысль, что там происходит и так далее. До скорой встречи, увидимся с тобой совсем скоро. Доброй ночи, ты же ночью смотришь данный ролик, наверное. Пока.